спрашивает, как дела по приезду Патриарха. Патриарха, конечно, это нереально. Патриарх, он не сам по себе. Но мне позвонил по телефону, редко звонит Гавриил. Ну и говорит, так и так, Патриарх будет на 21 сентября. Не думали ли пригласить? Я тоже взял, позвонил митрополиту Сергию Иванникову. Очень хорошо поговорили. Ну, я говорю, пригласите патриарха, когда будет здесь. И вместе отслужат. И не знаю, кажется, так ответил. Но теперь не буду ему приписывать никакие слова. Вот, рядом был батюшка. Ну, потом я ему передал. Я говорю, пригласите. Ему будет время на небо взглянуть. У него такие дела все время с мирскими людьми. И говорят, судят его. Ну, поймите, раз он согласился на это как будто бы выменил себе земную жизнь взамен Царства Божия. Как видение, если оно было, Феодосия Печерского, Алексею II-то. Не видать им Царствия Божия. Благословляйте этих правителей, которые суть кривители. Ну и вот решили тогда написать. А, там что-то Гавриил отослал. И там патриархия сказала, это не по форме, надо по форме. Там бланк заверенный. И действительно ли это Игнатий Тихонович приглашает, а не от его имени. Ну, тогда написали вот такое письмо. Смотри. Вот храм у нас рядом, мы стоим около храма. Сегодня 10 сентября. Вот. Его святейшеству, святейшему патриарху московскому, сия Руси Кириллу. Ваше святейшество, святейший владыка, патриарх милостью, архипастырь и отец. В связи с вашим посещением Алтайской митрополии в 20-х числах сентября 2015 года приглашаем вас посетить Потеряевку. В Потеряевке снято о Потеряевке несколько документальных фильмов. В Потеряевке был предыдущий епископ Максим и несколько раз ныне действующий митрополит Сергий Иванников. С ним у нас очень теплые отношения. Приглашаем вас в Потеряевку. Приглашение передали устно через митрополита Сергия Барнаульского и Алтайского. Сейчас подкрепляем это документами. С радостью проведем экскурсию по достопримечательностям Потеряевки. Поделимся нашим опытом благовестия. Так, Потеряевка отстоит от Барнаула на 150 километров. Наш сельсовет, село Корщино. По всем организационным вопросам звоните 8-961-230-7060, Игнатий Лапкин. Звонить можно с 3 Москвы до 17 Москвы. Протоиерей Аким Лапкин. Телефон тоже записали, это в оригинале было. Вот. Ну и приложение было. Игумен Кирилл Сахаров посетил Потеряевку с группой учеников. Мы с ним дружим более 20 лет. Ну, на Берсеневке. 200 там метров от храма Христа Спасителя. Вот данные какие. Надо четко показать. Второе. Видео о Потеряевке. То, что можно увидеть своими глазами. Таких уголков немного в России. Большая статья она слышала в журнале «Русский дом» в марте 2014 года. Ишь, слабенько так это. Владыка Максим в Потеряевке. Вот. Владыка Сергий Иванников в мае 2015 в Потеряевке. Крещение в озере 2015. Просим вас дать ответ на приглашение при любом решении. Нам нужно знать, ждать ли дорогих гостей. Если посещение Потеряевки все же не состоится, то готов ли патриарх к личной встрече и беседе в Барнауле в момент его визита 21 сентября. Вот это и если, это не мои слова, это кто-то добавил, может, Гавриил-то. И я подумал, поехать я не смогу, даже реально, если бы было приглашение, я просто не могу. Ну, никак. Да и там народ будет, и он занят другими. Я-то для того, чтобы он был здесь, увидел и дальше побеседовать и сказать, как выйти не из критического, а из завального положения православной церкви. Православная церковь, то сегодня все в интернете называют просто большая секта. Секта безбожников. Самых лютых, нетерпимых, то есть самых корыстолюбивых. Это весь интернет наполнен. А патриархи, там служители сатаны, еще только не говорят. Я могу показать реально, что сходится, что не сходится. И как выйти из этого положения. Ну, вряд ли. Благодарим за оказанное внимание, ждем ответ. И вот только послали, тут печать поставили Свято-Анфимовской общины. Батюшка, я расписался, секретарь Елена Анатольевна Барабаш. И вдруг ответ поступил.
Добрый день, Игнатий Тихонович. Это от Гавриила. Патриархия, на удивление, отвечает быстро. Сегодня очередное подтверждение. Отписались о получении уже через 2 часа после отправки. Если Богу будет угодно, и сейчас то время, то Бог покажет путь патриарху Потеряевку. Мы лишь можем молиться. Молиться о том, чтобы бюрократическая волокита не мешала сейчас, когда времени уже в обрез. Пока все идет нормально. Патриархия быстро ответили, что нужно предоставить. Вы еще быстрее за ночь сделали, отправили. И уже утром, как проснулась патриархия, сразу же подтвердила получение. Теперь письмо должно проделать еще какой-то путь в самой патриархии до стола патриарха. Вот тут и нужны молитвы. Чем быстрее письмо попадет на подписание, тем больше вероятности, что это будет запланировано в уже существующий маршрут. А времени осталось не так уж и много, и только чудо может все это ускорить. Прошу молитв о воле Божией на поездку патриарха. Поездку сейчас с большой буквы. Сейчас Лена говорит, это невозможно. Он прилетает вечером, утром литургия, а вечером улетает. В Барнауле. Какая? У него ничего не запланировано, только приехал, улетел. Литургия, она и без него слушается. То есть о душе речи нет. После того, как вот это дали бы, он посмотрел, да он пешком бы сюда пришел. Я не преувеличиваю. Нам есть о чем было бы сказать, но комментарий, говорит, излишний. Что могли, мы сделали, мы пригласили, мы показали. На, отнеси. Сейчас его уже снимай. Его. Давай сюда. Идет наш. А ты, батюшка, заехал, сказал, чтобы он увез? Да. Засветили. Пойдешь, я так неровно сидел, делаю. Заходил. Нам на поверхности все, а то постараешься загладить. Пойдешь там. Ну что, сегодня 10 сентября. Ну вряд ли уже мы что-то сделаем. Да ничего, от нас и не зависит никак. Вот видишь, как корни выдрал он. И как сюда свел. То есть трактор, учитывая то, что трактор, говорит, старше меня, бульдозерист с 83-го года. И второй год только работает. Ну, не очень опытный. Но это хорошо идет. Все? Да. Там метр возьми с собой. Метр. Мерить потом арматуру по мерному. Да. Я в Саровске нашел людей, друзья, не повредим, не батюшка, они сказали, да, нашел отлично готовить. Ну и все, и смотри где. Над этим погляди, там толкушка есть. Там уже посмотришь. Все, иди.